Я возьму... Широкий, типа, по управляемый. Я возьму конквет. 10. Кара-кара вообще-то есть такая машина. Ладно. Ты не успел загрузиться. Я готов. Я готов. Я готов вам надирать задницы, маленькие мальчики. Нет. Вот именно. Ладно, прости, пожалуйста, пупсик. Нормально тут народу залоханило. Да я же, ладно, юмора вели, не понимаешь. Ну а кто тебя знает, Тар, кто тебя знает, может ты помоложе любишь. Помоложе и сзади. Я шутка, это шутка, не бань. Не надо банить эту штуку. Нормальные шутки еще. Господи, могу еще шутку, хотите вам рассказать? Они в обратку уже едут, господи. Господи, помилуй! Помилуйте! А, встречка, да? Я чуть не попал, я чуть не попал. Вам не дали прокачный. Я, короче, вам шутку сейчас расскажу. Хотите? Не надо. Нет. Я вас не спрашивал, это было утверждение. Ой, Арт, это ты был? А-а-а! Я был первый, но уже нет. А теперь не будешь первый. Что, какой-нибудь восьмой? Чё там, про чёрные экраны говорили? Спасибо. Пожалуйста. Перкуша. Меньше чёрных экранов? Ну вот, блядь, ну нахуя ты едешь посередине? Ну ты дебил, блядь! Такое ничего. Михаил вышел. Не, в самой вот этой фигне посередине ехал парень. Какого цвета? По самой вот этой дороге ехал посередине. Зеленый, блядь. Лайм или кисло-зеленый? А, я думал фиолетовый. Интимит записал. Я типа подставил и сам улетел. Бля, косяк. Да, обязательно. О, шикарная, они не подходят. Если следующую катку слишком идеальная. Переконите сюда. Нет, братанчик, мы уже будем закругляться скоро. Ну, точнее. Хотя, вам не кажется, что я это сейчас пройду и пойду какую-нибудь хашечку от спронга. Я ебал в рот. А вам не кажется, что эта игра слишком... Эта карта слишком идеальна? А вам не кажется, что эта игра слишком для нас идеальна? Я эту игру ненавижу, как и машину. Добрый день, молодые люди. Добрый вечер, я здесь мы. Ладно. Да, я с тобой полностью согласен. Четыре, Пургейм. Ну ты молодец, Меня бесит то, что с первого чека вот начали в GTA давать какую-то можно. Дали какую-то затюненную херню на польских шинах, вот эти, когда вообще неуправляемые, блять, просто говна вечно. ДБ можно? Да можно. ДБ можно, только не на платформе. Вообще изи. Ну блин, господи, типа ты какие-то сраные. Вова, я не специально. Как ты? Да не, ну, Саня, ты не виноват. Там эти виноваты другие, которые ехали. Ты, такие полу... Вот куда ты едешь? О, кто-то на рампе едет. Пацаны, кто на рампе едет? Признаватель. Блядь, не надо. Давай договоримся, мир. Ну на рампе, признавайте. Первый на меня что-то размотали три раза. Сначала был я, потом я передумал и пошел к себе в гости. Кстати, у тебя красиво дома. Ну что за... Ой, прости. Прости, брат. Что за кукла? Я видел, ты безжалостный. Просто взял и влетел в него. Фу.
Вот, карма, карма, карма. Такой, по Интине, ее Интине пишет, такой, такой геймер, сука. Здравствуйте. Это, я заебался сегодня делать уроки. Дура, блядь, за дела, нахуй. У нас все 7 уроков завтра. Завтра 7 уроков, и все прописные, блядь. Нормально. У нас дистанционка, и у нас все уроки прописные. Да, да, дистанционки, тебе вообще плевать. У нас было это... Да вообще всем абсолютно похуй. У меня один раз учитель, короче, говорит, это... Вы сидите тут, представьте какой-то урок. И все, я отойду. Ага. Ну, блядь, сидели все 45 минут, блядь. Не прости. А я же другом мне планы, нахуй. А мы не услышали из того, что, короче, это... Все знали, короче, что, типа, мы не слышали, что в КС-куки не начали, а просто замутили их. Ну, и мне пишут, Даник, тебя вызывают, блядь. Что, что, давай подрубаться, короче. Что, 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 типа, ну, раз 20 сказал, что, что. Мне сказали, а мы тебя разыграли, да, у набоссаны. Блевать, весело. Да, пиздец. А у меня 7 бан, это, у меня бан 7 дней теперь, ну, был тогда. Потому что я ливнул полностью из катки. Я так заебался второй аккаунт создавать, конечно. Ай, а сколько всего у нас игроков? Около 15. А, 15. Хорошо, mm-hmm. Что они последние. Я предпоследний. Я там третий вырвал, но... Я ненавижу шестой, эту игру, я пизде. Ненавижу эту машину. Я ненавижу все, чтобы эта игра просто сама себе ушла. Просто... Ники хаус. Ники хаус. Какой Ники, блядь, я долбоёб. Вот, 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 да, я нахуй. Да боже, ну, блядь, какое ведро ебаное. Какое ведро? Лампа, почему... ведро, нахуй. Почему я... эта тварина не может обоссана нормально ехать себе спокойно? Арт. Нормально, разъехали. Ебать, да, вот это я с кем-то чуть-чуть не в этом воздухе прям. Я ебал. Садёк покинул. Сентинель широкий. Вот 4 пургейм, вообще такой лук, что капец. Вы, кстати, заметили, что... даже так нахуй. Заметили, что если прям по полосе там ехать, машина, ну, едет по полосе, не выруливая никуда. Чисто на делюкс. А я головка, да ладно. От любимого места мальчика. Чисто на делюкс. Я как красота. Друзья, ну вот, блядь, ну пидорас на жёлтой машине, нахуй, говорить, на ламбе, ты ебаный, блядь, ёбаный пидор, блядь. Я тебя полностью поддерживаю, малыш. Просто, блядь, пидорас ебаный. Ну заебись, чёрный экран, охуенно, какой я буду, 30-й, нахуй? Нет. Отец. Я наконец-то сделал это. А. Подожди, чё-нибудь. Да ну хуя вы по встречке едете, а как еще ехать-то, долбоёб? Вообще... Бля, только не черный экран, пожалуйста, только не черный экран! Я... Опа! На... X и вверх, всё. Летишь там вообще, я даже не ехал по дороге. Я прям сразу полетел. На Ctrl Shift там управляет, там поймешь, короче. Опа, Альмир. Да, как самолет. Ты быстро научишься. Отстань от меня на своей ламбе. Ну блять, бегай нахуй. Вы играете в GTA Peter Pan?
Меня бесит смотря на каком сервере. Тачки, которые типа протюнены, я но на они не протюнены, нахуй. Просто хуйня сделана. На Санрайзе, Бултерн, Бултерн, Альт и... Я лох, обоссаны. Я на Эклипсе играю. Да, да, только дай 5 РП, да. Как вы вообще в ВРП играете? Ну, блядь, как я хуй знает чего. А называется сервер Sunrise, там Бултерн, Альтан. Так, во что я еще играю? Я забыл, во что я играю, блядь. Почему вы тут делаете? Почему я тут делаю вообще, блядь? Потому что тебя создали мир. Что? Блядь, что с этим жуком ебаным не так, нахуй? Чтобы эту машину, что, короче, блядь, я свечку завтра. Я завтра еще раз пойду, блядь. Еще раз завтра пойду свечку ставить. Да блядь, ну долбоеб на ламбе черный, сука, нахуй, убийственный банный, блядь, ну. Чел, я был третий, сейчас седьмой. Да я, блядь, луги, сука, посреди дороги. Блядь, вот еще один нахуй. Ой, я девятый. О, я седьмой, потому что... О, я 14, да я заплатил! Я так-то первый. Я ехал третий, блядь. Я был первый. А сейчас какой? Ты платишь за девятого? Вот попробуй на меня проехать. Пятый. Блин, а я долбоёб. Уже точка ру. Я долбоёб точка ру. А, ну там пока ничего по-прежнему четвёртый, кстати, выгорается. Девятый, блядь. А где там ебнулся? Я. Пацаны, я не знаю, почему-то на подъеме берёт просто... Что у нас этот скилл-тест расположен на ангаре, точнее на военной базе. Нормально. Это нормальная тема. А, да, это раб. Да почему я в конце... Да чтоб эту машину, короче, взорвал, ой, кто меня сбил, тот... Плохой человек. Да, плохой. Целый. Я его не уважаю. Я его не люблю. Люблю, люблю. Скибидабидабидаб. Скибидабидабидаб. Ну, я зато... Скибидабидабидаб. А, вот именно. Ой. Да тут все не надо... Тут надо все ненавидеть, абсолютно. Все, что видишь, ненавидишь. Кроме, конечно, миллиард баксов. Вот с краешку. Вот это надо любить. Или знаешь, в кошельке там завалялось. Вот, 1 миллион баксов нечаянно. Прикиньте, короче, у чела в кошельке завалялся 1 миллион баксов нечаянно. Да вообще нечаянно, ага. Или он. Или... Подождите, а в чем прикол? Сразу первую комнату, бля. О, какой-то тип пытается пограть.